10 лет назад, в 2009 году, впервые на одну зимнюю неделю у подножья Уральских гор собрались партнеры, клиенты, вендоры, регуляторы. С этого времени каждый год банкиры, как их называют местные жители, неизменно приезжают сюда, становясь настоящим сообществом или даже дружной семьей. Это люди с очень разными судьбами. У них непохожие интересы, и каждый по-своему начинал свой карьерный путь. За минувшее десятилетие в жизни у каждого произошли свои значительные события и перемены. Появилась такая команда, которая называется «Карбонак», которая не щадит никого. Мой приход в «Positive Technologies». Самое значимое событие за мою карьеру в 10 лет. Новое место работы – компания «Стера», где я вот уже с 2012 года работаю. У меня появилась своя компания, которая встала на ноги. Работа – это очень важная часть жизни, да? Но год назад у меня родилась дочка, то, что я считаю, самое главное изменение в жизни. У меня родилась дочь. Мы взяли ребенка приемного. Вот, наверное, это самое такое значительное. У меня родился ребенок. Наверное, самое значимое – это дочка родилась. Наверное, 50 километров пробежала. Новый вид спорта, который появился в моей жизни – это хоккей в валенках. В 2015 году создание компании Solar Security и в 2018 году вхождение Solar в Ростелеком. Будущие коллеги и партнеры, клиенты и заказчики, журналисты и их герои. Не догадываясь о том, что готовит им будущее, 10 лет они шли витиеватыми или торными тропами для того, чтобы встретиться, наконец, на Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы». Я еще не знала, что я буду заниматься информационной безопасностью, и занималась телекомом. Тогда еще работал системным администратором, даже вообще ничего не помышлял ни в банковской сфере, ни в целом в IT, на самом маленьком уровне. Работал в Ростелекоме, делал электронное правительство. 10 лет назад я занимался проектированием, создавал комплексные системы. Я был на форуме. На форуме это было еще, по-моему, вот в соседнем пансионате. Это был такой существенно более узкий круг. Был здесь, занимался тем же в другой организации. В этот день ровно 10 лет назад я мог быть только в одном месте, как и все последующие. Пансионат «Юбилейный» и банковский форум. Мне легко ответить на этот вопрос, потому что 10 лет назад я был на первом Уральском форуме. Возможно, я был здесь. Я точно не помню, но, возможно, я уже был на этом форуме. За прошедшие 10 лет преобразился и Уральский форум. Начав с узкой специализации на вопросах банковской безопасности, он вырос и закрепился, охватывая уже информационную безопасность всей финансовой сферы. Оставив позади решенными десятки вопросов, сегодня Уральский форум занимается проблемами настоящего и дней грядущих – кибербезопасностью цифровой экономики. Зародившись как инициатива специалистов-практиков, со временем Уральский форум превратился в рупор главного регулятора отрасли – Банка России. Сегодня Банк России выступает организатором форума, а поддержку оказывают все регуляторы отрасли. Среди участников сегодня представители не только банков, но и страховых компаний, бирж, инвестиционных и микрофинансовых компаний. Разные взгляды позволяют смотреть на проблемы шире и вместе находить пути их решения. Уральский форум, или по-простому «Магнитка», собирает не только главных специалистов и важнейшие темы, но и современные, порой неожиданные форматы обсуждений и демонстрации передовых технологий. В обстановке дружеского тимбилдинга расслабленными вечерами здесь совершаются сделки, испытываются новые идеи, поются песни и рождаются традиции. Если вы до сих пор не стали частью Уральского форума, то мы не расскажем и за полчаса, что значит эта февральская неделя для участников. А если вы уже заражены его атмосферой, все слова покажутся недостаточными. Ведь для каждого Уральский форум – это что-то свое. Единомышленники. Единение. Возможность. Перемени. Пельмени. Общение. Нетворкинг. Встреча с друзьями. Замечательные люди. Здесь собираются люди совершенно, так сказать, разных взглядов, разных направлений. Друзья. Буря эмоций. Новые впечатления. Первый раз летела на самолете в жизни. Исполнение желаний. Красный день календаря. Атмосфера. Это просто невероятно. Это круто. Супер. Счастье. Драйв. Если цензурно,
то офигенно. Хорошо. На этом мероприятии мы все команда! Коллеги, ждем встречи с вами на следующем Уральском форуме.